В России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо заместителя министра энергетики Анатолия Яновского в Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли. По мнению Яновского, стоимость коммунальных услуг вырастет вследствие повышения в стране утилизационного сбора на технику для добычи угля. Это связано с тем, что себестоимость продукции угольных предприятий напрямую влияет на энергетические тарифы. Отмечается, что уже в первом квартале 2021 года утилизационный сбор на спецтехнику вырастет более чем в два раза. Речь идет о бульдозерах, колесных, ковшовых и многоковшовых экскаваторах. При этом в 2020 году жилищно-коммунальные услуги в стране подорожали на 3,5%, при годовой инфляции в 4,91%. Ранее сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов в беседе с Городовым объяснял, что такое рекордно низкое увеличение тарифов в целом является нормой. На коммунальные услуги действительно рост будет там порядка 3,3 с 1 июля. То, что тарифы на коммунальные услуги выросли не сильно, на мой взгляд, это норма. Уже много лет назад заявлялось, что тарифы на коммунальные услуги будут устанавливаться по принципу инфляции минус. Заявлялось там в разные годы минус 1%, минус 1,5%. Но не должны тарифы расти больше инфляции. Не должны.